Знаете, я, ну как, и так понятно, что могу выражать только свое, наверное, мнение. Я считаю, что у нашего поколения есть большая проблема с национальной идеей. Ну, возможно, она у всех разная, у всех какие-то свои. Я помню, что я какое-то время там назад, может быть, лет 5-7 назад, я столкнулась для себя с четкой проблемой, что мне не хватает каких-то корней, каких-то основ. Ну, понятно, что, как всегда, у русского человека это, скорее всего, религия и, наверное, какая-то история там твоей страны, твоего рода. То есть все равно это как какие-то вот эти исторические вещи. В чем бы я хотела видеть? Наверное, в добре, в семье, в душе, ну, в каких-то морально-нравственных ценностях и в том, чтобы ну, все были счастливы и не было войны.